стоит здесь под стеклом. Цены. Значит, здесь это винтажные всякие духи. Вот здесь вот духи. Это шкатулка. Похоже, здесь написано, что это музыкальная. Music Box. Нужно будет глянуть. Но вот это, что меня больше всего добило. Гляньте на эту цену, 50 баксов. И что мы видим? Это джиджилы. В общем, они поставили цену как в магазине. Только в магазине ты можешь назад сдать в течение месяца. А здесь тебе дается сдать назад всего лишь это. 2 недели. Вот этот мужик, видите, как идет по этим мужским рубашкам. Ну, в общем, тоже дядя из моей компании. Я их тут же вижу, те, кто продают. Это какой-то Adidas, но очень поношенный. Но я даже не вижу, где здесь Adidas написано. Так, зашла в секонд-хенд. Потом покажу вам, если я что-то куплю, я еще думаю, покупать мне это или нет. Потому что я сейчас стала очень такой, знаете, я не хапаю лишь бы что. Если мне даже что-то попадается, какая-то вещь, я думаю, смогу ли я ее продать и за какую цену, как быстро. Нашла вот такую сумку в секонд-хенде сейчас, Tommy Hilfiger, вот ее цена. Здесь вот написано имя, видите, вот тут вот TH, здесь вот, ну, в общем, поношенькая такая. Но я хочу сказать, что вот можно такое найти. Я не знаю, если здесь что-то отсутствует или нет, повешу ее назад. В общем, вид у него, конечно, не очень, что это такое. Здесь вообще ничего нет, но это не кожа, это клеёна. В общем, с сумками здесь проблема, но я вам покажу потом в отдельном видео покупки только с этого секонд-хенда. У меня тут полная тачка. И я нашла сумку Coach, я не знаю, нужно будет глянуть. Я ее так кинула в тачку, чтобы потом глянуть. Моя тачка. Гляньте на это. Как такое вообще можно было повесить? Что-то у них эта одежда тут появилась. А то я часто сюда заглядывала. У них вообще были пустые эти. Ну, пустые полки. У них не было одежды. Я не понимала, что происходит. Я думаю, они куда-то ее отсылали. Хотя мне не сказали, что она им не поступает. Это очень поношенный Ральф. Но я считаю, что они его куда-то отсылали. Вот, кстати, пинг. Я не знаю, не буду это покупать. Тут вот, по-моему, это Adidas был. Очень сильно стерлась. Да, видите, сзади Adidas написано. Кстати, Ralph Lauren. И это RX Extra Large. Здесь воротник не в идеальном состоянии, я ее не покупаю. Что это такое? Это Old Navy новое. Lacoste.
Может, я вот эту возьму. Надо... Вот еще одна. Еще одна лакост. Вот эти две возьму. Эти лакост я тоже оставляю, они настоящие. Но здесь, видите, вот идут зеленые пятна. И на этой здесь тоже очень большой дефект. Я это сейчас увидела. Вот. Значит, покупать я их не буду. Но всегда у лакост меня как-то спрашивали, как узнать, настоящие или нет. Значит, это будут перламутровые пуговицы. Здесь всегда вот эта этикетка, она будет вшита. Вы видите, что она вшита. Она не нашита, а она вшита. Здесь сзади нет никаких швов. То есть она вшита сюда, так? И потом вот, это должен быть, конечно же, крокодил, не какой-то фантомас. И здесь вы видите, что здесь почти нет никаких тоже швов. Потому что если его нашивают нитками, то нитки будут видны. Значит, это будет означать, что он не настоящий. Нашла вот такой вот тап, тоже от компании Kenzie. И здесь вот так вот сделано. И вот это вот сделано под кожу, но это не кожа, это клеёна. Но я его оставляю. Отлично. Это на девочку. Оно такое, знаете, плотное. Чего тут вот показать платье нашла. Ну, я не знаю, что это за компания, но я вообще вот такие вот вещи очень сильно люблю. Это такое черное, я бы сказала, это, ну, как бы кружевное, да. Ну, оно есть такое кружевное. В общем, это платье на женщину, у которой обалденное тело. То есть оно будет подчеркивать формы. Еще мне очень сильно вот это понравилось. Вот эта вот блуза. Видите, как она сделана? Вот здесь вот она вот так сделана. Такой класс. Но это не на меня. Вот это вот очень хорошая фирма. Не из дешевых. Это маленький, 15. Здесь видите, какой воротник. Желтизной идет. Я его не покупаю. Вот опять Tommy Hilfiger Polo. Вот это похоже вообще на... Это мальчиковая, это же на 16 лет. Они ее сюда поместили. Кстати, хочу сказать, сегодня у нас какое? 15 июля. Сегодня у нас 15 июля. И что это означает? Это означает, что если вы... Вот пендель тут. Если вы выставляете вещи на eBay, то сейчас... Начинается сезон, называется Back to School, назад в школу. Вот Джиджил. Love Linen. Она вся эта в зацепках, я ее не возьму, но она классная. Так, что тут есть еще? Лучше так ничего не вижу. Вот это вот, если бы она была шерстяная, я бы купила, а так я ее покупать не буду. Какой классный. Это от компании Splendid. Это medium. И вообще не видно, что он поношенный. Он такой, так называется, туник. И такой малиновый такой цвет. Сейчас еще вам покажу, что я еще тут нашла. Не помню, где оно есть. Мне сейчас телефон сдохнет. И сейчас, вот этот вот Tommy, тоже неплохой цвет такой. Вот это флажок, size medium. Здесь сегодня очень много Tommy, очень много Ralph Lauren, очень много. Вот BB, но они ушли из бизнеса.
Так, что еще? Биби когда-то продавалась очень классно. Лет 15 назад. Сейчас никто не покупает, никому это не надо. Just Heaven. Похоже, что это новое что-то. Да. Я не знаю, что это. Неплохая блузка, гляньте, у нее здесь это кружево. И они вот так идут по всему этому рукаву. Вот еще Томми тоже. Если бы он был новый, я бы купила. Зекмас. Я такой даже не знаю. Что это такое новое? Фичерина. Их несколько сдали. Видать, какой-то магазин сдал. Это Leonardo Foreign. Сейчас. Что тут за туфли у них? BCBG Jones New York. Особо так туфли здесь нет. Какая-то с Микки Маусом. О, Habitat. Гляньте. Вот это я в этой кофте, это от этой компании Habitat. Но она здесь, по-моему, немного поношенькая. Вообще, это не из дешевых компаний. Что здесь? Похоже, что это кто-то одевал. Вот, пожалуйста, новая с Гэпа. Есть люди, они любят Гэп. Новая такая. Это такое Forever 21. Симпатичная толстовка. Опять тут ничего. Ты хоть же, может, они тачку будут вывозить. Желательно. Тут, кстати, Calvin Klein джинс. Это какая-то симпатичная, гляньте. Значит, это цветочки. Что-то симпатичное, но я нигде не вижу, что это за компания. Она похоже, что сломана, вот так должно быть. Вот еще Томми. Юбка, да, вот это вот окантовка, в общем, с флагом США, да, и здесь написано Tommy Hilfiger. Джинсовая юбка, я не знаю, какой это. Вот здесь также еще флажок, вышивка
вот так вот, я думаю, где-то это 8-10 выглядит где-то так, и она сегодня не полцены. Хочу вот вам показать, что я уже была довольна, я думала, что я нашла еще одну сумку от компании Le Sport Sac, и на самом деле это фейк сумка, то есть она не настоящая, и еще как называют, паленая что ли. Здесь нет наименования Le Sport Sac, она полностью один в один сделана как Le Sport Sac, но это не Le Sport Sac, поэтому я ее оставляю. Она очень похожа, это, ну, один в один их не стиль, но эта сумка не настоящая. Я сейчас иду в отдел, чтобы эти Lacoste повесить назад, потому что я сейчас стояла у окна и увидела все эти дефекты, и еще я набрала кучу галстуков, нужно назад сейчас повесить. Еще хочу показать, я нашла Talbots, да, видите, оно новое. Цена 59,50 магазина, и вот это я цена все выглядит. Но это Petite, видите, буква P, то есть это на маленькую женщину, и это не буду покупать.